Алматы заняла 28 место из 78 городов России по качеству жизни. Рейтинг составили эксперты финансового университета при правительстве страны. При его составлении за основу брали показатели работы служб, отвечающих за качество дорог и безопасность движения, культуру и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, деятельность местной власти, медицинское обслуживание. При этом лучшие показатели в Чите у культуры и образования, худшие – общего положения дел в городе. В России с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Эту выплату установили в 1994 году. Те, кому пособие назначали до вступления указа в силу, сохранят право на эти средства. Житель Забайкальского края стал счастливым миллионером благодаря лотерейному билету, который он приобрел в почтовом отделении. Всего за 10 месяцев этого года клиенты Почты России Забайкальского края приобрели в отделениях связи больше 119 тысяч выигрышных билетов. Сумма выигрышей составила около 22 миллионов рублей. Так, за данный период в Забайкалье лотерейными миллионерами стали 4 человека. Еще были крупные выигрыши от 150 до 600 тысяч рублей и 2 путешествия на море. Спортсмены из Читы, Ангарской республики Бурятия, Амурской области на благотворительном турнире по тайскому боксу собрали порядка 8 тысяч памперсов, банок с питанием и средств гигиены для детей отказников. Собранного детям хватит до весны. Об этом рассказали представители Забайкальского отделения Союза добровольцев России. За участие в турнире боксеры сделали вступительный взнос в виде подгузников, смесей, каш и игрушек для детей отказников. Принести помощь могли и зрители.